Мы даже не знаем, что чувствуешь ты, сказали мне рядом сидящие люди. Но мы все равно будем строить святых и как-то под вечер твой выбор осудим. Мы даже не знаем, что там за оврал, как мысль за мыслью летят без страховки, но ты эпатаж. Не девчонка, скандал. Исчадие ада в помятой футболке, в принципе, все равно, как устаешь. Да как ты так можешь? Вон в Африке дети. Все то, что ты пишешь, нелепая ложь, которую хочется вырвать в пакетик. Проблемами пола наш радостный свет, а ты там придумала что-то и плачешь. Но если бы вы мой надели портрет, то каждый из вас говорил бы иначе.